Надо было равномерно. Ладно, умрёт. Слушай, прикольно, я лечу. А вы много шариков делаете? Ой. Так, ребят, внимание. Три. Два. Ёша, это где? Ну, привет. И мы, смотрите, мы уже вооружены, потому что мы пришли не просто так в Икею, опять. Мы пришли сюда, чтобы наконец-таки построить еще один летающий дом. На этот раз, я надеюсь, он будет лучше работать, чем предыдущий. А ты уже готов, да? Ты будешь отправлять в небеса кровать? Ну, могу в целом. Если хотите, можете отпустить ее свободное плавание, и пока она уйдет. Не, надо еще нажать... Энкор. Сейчас, вот так смотрите. Блин, хотелось покататься. А можно еще одну так же? Конечно, давай. Ой, а ее тень до сих пор есть. Представляете? А, забавно, а все. Нет, уже нет. Пропала. В общем, нам потребуется, каждый раз боюсь назвать его не так, след, да? Да. Возможно. Ну, ты просто покажи, и этого будет достаточно. Его надо еще сначала найти, он где-то в динамических, он в кажется, випах, он в випах. А, в випах, угу, так, вот он, это он, возмутитель спокойствия. Так, а вы не помните, нужно, можно, да, его прицепить, или не надо прицеплять? Ну, в смысле, а он, типа, у тебя сейчас нет? Так вот он у тебя... В смысле, не, ты че? А как кататься, ты помнишь? Никак, он же, этот, якорь. Якорь, ну, да. От якоря его тогда. А, сейчас так надо все-таки все. Ну да, просто кинь. Вот. А, ну, все, ладно, смотри, вот тут вот. Пока. Вот сюда встань, пожалуйста, ладно, вот сюда вот. Вот сюда встань. Только ты хп себе сейчас, сделала, подожди. Да? Надо. Кстати, боже мой. Сейчас надо вот так встать. А, у всех. Ребят, хп, а я не понимаю, а мы пришли делать летающий смотри, домик смотри, или так, отправлять ровно Лану в, центр, в небеса? Да? Ну, ну ладно, нормально, все. Нормально, все, будь так, все. А че? А я перестала просто танцевать. Почему-то. А, ребят. Либо стол такой тяжелый, либо я не знаю. Либо я такая тяжелая. Да нет, быть не может. Ну подожди, а у сейчас тебя на 10 еще... тысяч. В прошлый раз мы ставили 10 тысяч, и все было отлично. Приподнимается. О. Надо было равномерно. Ладно, умрет. Слушай, прикольно, я лечу. Очень удобно. До свидания. Пока. Ну да, пока Лана нет, мы можем, собственно, сделать летающий дом. Подожди, нет. Нет? Что происходит? Мама, я приземлилась. Ладно, упала, Ёж катается. Мы пришли делать летающий дом. Давайте. Так, надо сделать тогда больше этот след. Да, надо его увеличить. Так, хорошо. А что у нас будет внутри нашего летающего дома? Хороший вопрос. Ну, давайте сделаем сначала какой-то минимальный набор. Это будет кровать, тумбочка. Разумеется, вот светильник, ковер и пуфик можно, потому что пуфик это, ну, это то, что должно быть дома. Мне его так не хватает, ребята, вы не представляете, как мне не хватает этого пуфика. Просто зарезаем, да, конечно. Подожди, подожди, сейчас я принесу гирлянду, я нашла, надо, чтобы она была. Да, создать же ты ее не можешь. Конечно. Надо, чтобы была вот настоящая. Только я ее как? Ее надо бросить, а вы потом ее прикрепите. Ой, может хватит, может уменьши на чуть-чуть, чтобы мы, ну как бы. Большой дом уменьшишь. Вот обратно уменьши. Ой, я уже. Не уменьшил. Подожди, я уменьшил, Ёж, и вылез просто за пределы. А, это ты уменьшил. А, ничего. Так, сейчас давайте я закреплю теперь его. Как? А может еще уменьшить или хватит? Все, закрепил. И что? Ладно, давайте. Что и что? Так нам же надо, чтобы он был не закреплен, наоборот. Почему? Ну, я не знаю. А как мне вот эту гирлянду? А как ладно, мы ее кинул, да вешай. Покинь, да. Смысле, а, подожди, вешай. Давай сначала заспавню, а кто-то будет, я перекину ответственность с себя, кто-то будет сцеплять их при помощи... Это Ёж, я не умею. Как эта штука называется? Weld items. Вот, вот ты знаешь, вот ты и делай. А я буду шарики запускать потом. Так, а еще я гирлянду принесла. Я полезна. Молодец, да. Полезная. Итак, нам нужна кровать. Я не могу найти не синюю кровать. Ладно, пускай будет синяя уже все. Так можно же динамически сделать кровать любого Да можно цвета. И перекрасить потом ее пистолет. Да, у вас пистолет есть как бы, алло. О, а давайте так. Сразу тогда дом перекрасим. Пуфик. Дом перекрасим? Ну конечно. Ну, он такой прям, вот надо, чтобы он был, не знаю, беленький, допустим, такой. Белое дерево, какое-нибудь благородное. Давай, как вы считаете? Давай, отлично. Хорошо. Хорошая идея. Ладно, я буду искать, наверное... А, нашла.
А, нет, ковер. В общем, по поиску буду искать, потому что так очень долго и мне не нравится. Может быть, ящик, типа мы переезжаем? Не знаю. Просто так мне захотелось. Почему-то мне нравятся эти ящики, я не знаю почему. А можно одну стеночку оставить? А я хотела... Все другие тоже поменяли. Для красоты, это типа, что типа. Там будет кровать, да? Ну, можно и так, например. Интересно, интересно. Дизайнерское сделать решение, как-никак. Да. А можно кирпичную сделать тогда стену? Ну, давай. А какого цвета кирпич? Ну, такого темного можно. А вам не кажется, что мы сейчас уйму времени убьем на дизайн и потом не полетим? Не кажется. Не кажется? Где? Нет. Господи, ты ходишь, я пытаюсь найти тебя. А ты почему не скрепляешь наши предметы? Так а что, вы еще ничего не поставили. Так вот, здравствуйте. Вот, что? Привет. А что тут? Предметы, вот. Ну, пуфик. А, или тебе нужно прям их поставить. Вы что? Ничего себе. Подожди, так обалдели их же не надо ставить, их можно поставить. Ставьте, конечно. Я думала, их нужно... А к чему я сейчас прицепила? А я не к полу прицепила? Я не знаю, к чему вы там что-то цепляете. Что происходит? Мы едем куда-то, ребят. Куда едем? Меня кто-то пихнул. А, это предметы. Потому что я ставлю предметы, они поэтому нас и отпихивают. А что? Ну ладно. Я поставила специально, там думала, будет кровать. Я же говорю, давайте не будем прикреплять. Будем просто кидать. И потом нормально. При помощи этого этой штуки. Хорошо, давайте, только особо типа не дергайтесь. Тогда все, я стою на месте, я не шевелюсь. Все готово. Отлично. Нормально. Начало положено. Так, я уберу пистолет. Давай, я возьму тогда, ты будешь прицеплять. Ну там, в том углу, наверное, вот да? Вот здесь? Или ну как? Давай. Наверное, как-то так. Ой, ладно, прости, пожалуйста. Я чуть промахнулась. Блин, простите, извините. Что происходит? Мы поехали куда-то, а я промахнулась. Давай. Готово. Отлично. И у Ёши теперь немножечко дизайн сменился. Так, это что? Ага. А где у нас будет стол? Белый котик. Белый котик. Какая прелесть. Привет. Здорово. У нас будет вот тут где-нибудь рядышком с... С креслом можно, можно. А с какой стороны? А, давайте. Ой-яй-яй. Ну, как тебе нравится, так и делай, Ульян. Все-таки твой. Да я что-то разволновалась, я немножко. Готово. Так волнительно. Все отлично. В углу поставим, разумеется, ящик. А я не хочу, знаете, эту штуку я почему-то не хочу, я ее удалю. Ой, извини. Я вам кровать чуть-чуть перекрасила, пойдет. Нормально, неплохо. Светильник очень я даже. Поставлю. Я коврик на стол. Положил вот. На стол поставлю светильник, ты его, пожалуйста. Так. Прикрепи. Готово. Есть. Слушайте, ребята, пока что, тьфу-тьфу-тьфу, получается очень даже ничего, скажите? Ну, вообще да. О, Лан, ты поменяла цвет кровати, о, какое прелесть. Я могу еще деревяшечку немножко перекрасить, потому что мне больше нравится тут, например, какое-нибудь белое, например, дерево, ну, или такое светлое. Ну, давай. Чуть-чуть светлее сейчас найду. А может быть серенькое? А что еще у нас будет? Ну, нужен еще один пуфик, наверное, да? Пуфик? Ну, да, давайте, а хорошо. А, еще. Я не хотела. Что случилось? Я не хотела. Мы когда-то уехали чуть-чуть. Я просто заспавнила предмет. Ты спавни без якоря. А, можно так? Я не знала. Ну, конечно, можно. А, да, действительно можно. Ничего себе, прикольно. Я узнала что-то новое об Икее. Круто. Может быть, зеркало? Может быть. Я не знаю, я никогда, мне кажется, не ставила зеркало в квартире. Имеется в виду, в Икее. Ну, возможно. Оно просто не настоящее, выглядит как картина. Да? А, ну да, действительно. А как мы прикрепим это зеркало к стене, кто мне скажет? А вот не знаю, кстати. А ты в угол поставь, знаешь, так типа, чтобы, ну, просто оно стоит. О. Ууу, идеально. Ну, нормально, допустим. А чё? Подождите, а я заспавнила же шкаф. Где шкаф? В смысле, не поняла. Уверена, может, он выпал. А, потому что он же без якоря. Ну, в смысле... Он, в общем, летает где-то, наверное. Так, ой, подождите. Надо акулу на кровать. Отлично! Ёша? Что? А ты зеркало прикрепил? Зеркало нет, не трогал. А ты прикрепи, пожалуйста. Так, зеркало вот так должно стоять, да? Ну окей, да, сделал. Да. Так. Дизайнерское решение, да? Ну, да, конечно, так отлично же. Слушайте, а вот тут вот нужна полочка или нет? Ну, можно. Но или мы ее не сделаем в любом случае. Что бы еще перекрасить? Давайте коробку перекрашу. Давай. Ну, давай. Но у меня тут какой-то полумрамор. Так, а что нам еще нужно? Я вот не могу понять. Может быть, офисный стол или пуфик? А как же телевизор? А телевизор, вот да, хотелось бы, конечно. Давайте...
изогнутый, да, возьмем, потому что его хотя бы можно будет прицепить. Что? Что? Тебе не хочется давайте, изогнутый давайте. Телевизор? Мама! Я его не... Извините, пожалуйста. Так. А он... Ну, надо как-то, чтобы... А у меня что-то сломалось, и у меня ровно не ставятся предметы. Ну, так нормально пойдет. Или нет? Пойдет, вот пойдет, нормально, удобно. Ну, допустим. Это дизайнерское очень решение. Ну, допустим. Так, он включается... Нет, все. Не мы его сломали? Нет, когда ты его прикрепляешь к другим предметам, с которыми нельзя взаимодействовать, соответственно, он тоже становится таким же. Не, я предпочитаю думать, что он сломался, потому что я его уронила. Ага, тоже неплохо. Вот, поэтому но нужно быть аккуратнее с телевизором. Не забудьте, что теперь вы ничего не можете удалить из этого всего дела. На что-то да? одно нажмете, все остальное рухнется. О, нет. Да, да, это нужно учитывать, конечно. А что, нам нужно, больше ничего не нужно? А мне кажется, что да, будто бы ничего не надо. Мы в полете будем находиться не так долго, и поэтому еда нам не нужна, и я думаю, что можно, да, можно вот только не красные шарики, пожалуйста. А почему? А чё? Ну почему красные? Ну там столько цветов есть, и ты вот эти стандартные используешь. Ну давайте изменим цвет, почему бы нет. Добавляй следующие шарики других цветов. Ой, а я не фиолетовый, я такие синенькие. А вы много шариков делаете? Ой. Ёши, ясно. А чё ты подставляешься? Спасибо, привинти у меня. Так я, блин, вообще-то хотела помочь. Так, а что? Я теперь Винни-Пух. Ёши, так надо все шарики теперь уничтожать. Винни, Винни, ладно. Нет, пускай Ульяна умирает тогда уже. Нет, давай уж меня лучше притяни обратно. Я притянул, ты улетаешь. У тебя шар. Так уберите, имеется в виду шарик. Тогда да, все только тогда один нельзя все убрать. Умрут, шарики. Да, что? Это мое видео, как бы, что я лучше буду все видео так под потолком, что ли, сидеть? Так присетнись, может быть, как считаешь? Не хочу! А у меня исчезнет же потом все, нет? Все исчезнет. Ладно. У тебя. Ресет. Ой, вот это вот такая... А мог бы меня, между прочим, и не прикреплять к шарику. Так, и... А я что, виноват, что ли? Конечно, ты смотри, куда стреляешь, елки-палки. Вообще. Слушайте, а я, интересно, не переборщил ли с количеством шариков? Что-то они дерганые такие. Ну, не знаю. Ребят, подожди. А почему у нас уже уходит? У нас же этот... Да, как-то якорь. Мы... У нас закреплено все. Как это якорь? Ничего у нас не закреплено. Чё, ничего не закреплено? Закреплено, ты чё? Закреплено разве? Конечно. Ёша закрепил, да. Так, а ты открепи. Давайте попробую сейчас открепить. А ты открепи, да, давай. Мы сейчас как полетим? Нет, подождите, может быть, надо было сделать крышку? Ну, какую, да, все равно там ничего не а происходит. А как мы за шарики новые сделаем, если крышка ну, будет? Ну, слушайте, да, а что если делать шарики под крышей? Чего? Ну, сделать крышу под крышей, вот тут внутри налепить шариков, чтобы они поднимали внутри объекта. А так можно? Я не знаю. А зачем? Чтобы мы, ну, если чтобы даже мы перевернемся, ничего не вывалилось. Да-да-да. Ну, то есть мы не вывалились. Предметы-то не вывалятся, они прикреплены. А давайте себя прикрепим. Можно так? Ну, можно на веревку просто. Давайте. Ну, на веревку можно. Но только надо всех. Ой, мы куда-то летим, что ли? Чего? Да Ёша что-то напортачил, да? Ты что-то не так включил? Как я летела? Я ничего не трогал. А, почему Лана реально... Вот, Лана опять летит куда-то. Я не специально. Я вообще в меню зашла. Чего себе. Может быть, это меню так действует на человека? Да нет, смотри, я тоже куда-то, видишь? А я тоже, да? А, странно. Может, что за потому дела? Что мы открепили эту штуку, она стала кататься? Да я закрепил ее обратно опять? Уже. Ну ладно. А, так... А, да? Ну давайте, получается, прикрепим себя веревками? Давайте. Если что, я не умею крепить веревками. Я тоже. Сейчас я сделаю. Вот сейчас зачем-то лезу за пистолетом. Сейчас я вас так прикреплю, чтобы подальше выходить могли. А думаешь? Ничего себе. Ладно. Хорошо. А, ну да, ладно. Я не могу дойти до того угла теперь. Пуфик. Ну да. Пуфик. А, нормально. Так, ну что, давайте попробую открепить. Села. А ты себя привязал? Ты же умрёшь. Ой, ребят, ой. Ты бежишь себя. Нет. Мы судя по пока постерам, что нет. Непонятно. Ёж, привязывай себе. Да я не могу, как я себя привяжу? Вы давай тут? Мы тебя привяжем, получается. Так я еще должен поработать. А. Ну мы тебя далеко привяжем, давай.
Слушайте, ну как будто что-то либо мешает, я вот не понимаю. Уже тут что-то мешает. Сейчас, подождите, я пробую поудалять тут все. Слушай, а может быть просто не хватает действия шариков? Да, может быть. Сейчас тогда разберемся и с этим. Но я тогда больше не буду. Потому что меня опять куда-нибудь, в общем, прикрепит Йоши, и все. Я закрепил, если происходит. Что. Закрепил. Ребята, снова. А что-то... А почему у нас... меня сейчас ящик пристукнет? А почему он так фамильярно движется по нашему дому? Непонятно. Может, его не прикрепили? Странно. А ты добавляешь уже шарики, да? Да. Так, ну немножко добавил, смотрите, сейчас. Ой. Это так. У меня перед глазами как-то поплыло все. Так, ребят, внимание. Ладно. Три. Внимание? Два. Ёж, а один. Ты где? О, мама! Господи, мы летим! А куда вы? Ладно. А вы куда, ребят? Да, господи, ой, я не знаю, а куда мы. В крышу влетели, я на крыше. А. Ну, по крайней мере, так, мы подождите. Летим. Подождите. Да мы уже не летим, Ульян. Ну, мы прилетели. Слушайте, ну так прикольно. Не, не к Ульяне, давайте, ну, хотя... Ёж, вот оставайся там, Ульян, а ты ко мне под, телепортируйся. А, давай. Так, ой. Сейчас, смешно. А я к Ёше, чтоб я там осталась... А ты к Ульяне теперь иди, а я в доме. Не, ну вообще. Сейчас... Нет, получается... я придумал. Сейчас, подождите, я сейчас такую приколюху сделаю, блин. Что ты... Во-первых, сейчас я всех отвяжу. Так, веревка, удалить все веревки. А я хотела стой. А, ну ладно, я же потом к вам телепортируюсь. Так, а теперь сейчас я сделаю приколюху и надеюсь, она вам понравится. Любопытно. А я не вижу ничего, можно я к вам? А это сюрприз, Ульян. Не, ну ладно. Сюрпризы я, конечно, люблю, но... как-то волнительно. Так, Ульян, в принципе, так. Можешь давай к нам. Угу. Давай. Смотрите. Я не знаю, я надеюсь, получится. Нет, это должно нет, быть прикольно. Тогда. Ой. Так, смотрите. Ага. Три, два, один. Ой, мама. Прикольно. Это вы мы поняли? Типа летим. Да. Это мы не типа летим, под мы потолком. Катаемся. Ой, мама. 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 Ай. Мама. Ну мы. Живем теперь в домике это не на дереве, это гамак. А в домике да. Дом гамак. На потолке. Да. Представляете? Блин, так прикольно. Этого вы где еще увидите? Это вы где? Скажите. Нигде, только здесь, в Икее. Блин, а необычно, кстати. Необычно, очень необычно. Мне нравится, да. Мы и полетали, и висим вот над потолком. И, между прочим, это полноценный дом, я хочу сказать. Вообще. Мы можем поспать, мы можем посидеть, полежать, провести время перед телевизором. Вообще если отлично. Нет морской болезни, конечно же. Да, потому что немножечко это... так укачивает. Как аттракцион. А можно раскачать его да. Сильнее, нет? Не надо, зачем? Мы же умрем. Ну как? Мы привязаны, ничего не будет. Вы знаете, что мы можем сделать? Мы можем закончить это видео, пока никого не укачало. А как же, а кататься? Я думаю, ну, хватит, я вот сяду за телевизор, и с меня хватит, ребят. Всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте жимать на колокольчик, и всем пока. Пока. Пока.